Суперскоростной безлимитный интернет по доступным ценам предлагает своим абонентам компания «Телецентр», которая вот уже более 7 лет успешно работает в нашем городе. Также в «Телецентре» вы можете подключить более 100 телевизионных каналов высокой четкости всего за 160 рублей в месяц. Подробности в следующем материале выпуска. Все больше жителей Славянска на Кубани говорят «да» ведущие телекоммуникационные компании города «Телецентр». И удивляться здесь нечему. В приоритете компании – быстрая обработка заявок на подключение, установка оборудования высокопрофессиональными монтажниками, которые за кратчайшее время используют самое передовое оборудование, заведут оптоволокно прямо в дом абонента и полностью настроят систему. Когда человек задается целью обеспечить себе доступ к интернету или кабельному телевидению, он в первую очередь оценивает стоимость подключения и, конечно же, качество поставки этой услуги. В линейке тарифных планов на интернет «Телецентр» проработал позиции, способные удовлетворить любые требования. От 550 рублей в месяц за скоростной интернет – это одно из самых демократичных предложений на рынке города. О стабильности поставляемого интернета говорят отзывы абонентов, которые рекомендуют именно этого провайдера соседям. Если проводить интернет, то только от «Телецентра», говорят они. У нас здесь есть линия ваша, и я слышала отзывы, что работают нормально. Ну, мы так подумали, что раз у людей нормально работает, а у нас плохо, значит, надо обратиться к вам. Такая высокая оценка пользователей стала возможной благодаря технологии подключения под названием GPON, которой пользуется компания «Телецентр». Во всем многообразии способов подключения к сети технология GPON является самой современной проводной технологией, которую активно продвигают крупнейшие провайдеры России. Это очень распространенная технология подключения, пользуется практически во всех городах. Вот, мы также по технологии GPON подключаем в Темрюке, планируем подключать Полтавской на будущее. Так что, ну, как бы, метод очень распространенный, но еще не до всех маленьких городов, как Славянск, как Кубани дошел. Эта технология позволяет пользователям Славянска достичь скорости передачи данных до 100 мегабит в секунду. Благодаря огромной для обычного клиента пропускной способности канала, у «Телецентра» есть возможность предоставить абоненту сразу несколько дополнительных услуг. Домашний интернет, телевидение, видеонаблюдение и охранно-пожарная сигнализация. По технологии GPON оптоволокно заходит в каждый дом, получается. И при этом потеря скорости очень минимальна. Вот, поэтому качество интернета очень хорошее. Также оптическая технология GPON делает интернет стабильным, решая проблему с перебоями сигнала в часы пиковой загрузки. «Телецентр» охватил своими сетями практически весь Славянск на Кубани. Доверяют компании и абоненты в Темрюке, а также станице Полтавской. Высокоскоростной интернет, кабельное телевидение, специальные предложения для частных лиц и бизнеса, индивидуальный подход и качество работы – все это надежный фундамент, позволяющий «Телецентру» завоевывать уверенные позиции лидерства на рынке предоставления телекоммуникационных услуг Славянска на Кубани.